если говорить о готовности России к принятию чемпионата мира 2018 года, я готов дать встречный вопрос и спросить, а вообще будет ли этот чемпионат мира 2018 года в России? У нас так много сегодня наслоений политического характера, экономического характера. Мы просто не имеем права загадывать, а уж тем более говорить с уверенностью о том, что он будет проходить. Вот это, наверное, самое главное. И мы не видим внятных, вдумчивых таких высказываний, программных заявлений о том, кто, как и когда будет отвечать, проводить и все прочее, прочее. У нас и Олимпиада была чудом спасена благодаря усилиям президента Российской Федерации, который день и ночь просто жил в славном городе Сочи. Мы теперь собираемся то же самое делать с футбольным праздником. Я думаю, что этот подход, когда один человек решает за всех все, а остальные прикрываются его именем, глубоко порочен и приведет страну к определенным сложностям, в том числе, возможно, и таким, как отмена чемпионата мира в России в 2018 году.